если бы не было второго компонента трейсера, то есть того, той молекулы, которая ведет этот радионуклеид и заставляет его задержаться там, где он нам интересен, то мы бы видели просто силуэт человека, равномерно испещренный темными пятнами. Рассказывая о технологии ПЭТ-КТ, зав. Отделением лучевой хирургии Центра в Балашихе Денис Королев старается быть дотошным и убедительным, чтобы сомнений в нужности этого метода не было ни у кого. Да, мы имеем дело с радиоактивным изотопом, который как маркер на снимке обозначает все пораженные участки, но ПЭТ-КТ – это система точной идентификации метастаз. ПЭТ-КТ ни в коей мере не исключает необходимость проведения компьютерной томографии обычной, МРТ, рентгеновских исследований, УЗИ. Это плюс к имеющимся диагностическим возможностям в онкологии и медицине в целом. Поэтому ПЭТ-КТ позволяет индивидуализировать лечение. Вот он, аппарат, внешне напоминающий обычный томограф. Вот только специфика у них немного разная. ПЭТ-КТ – это своеобразная система слежения и опознавания пораженных участков. Радиоизотопы выполняют роль маячков. Мы оцениваем не только распространение опухоли, ее величину, там, уменьшение, но и интенсивность опухоли, насколько она, у ней высокий метаболизм, насколько она готова к росту, так сказать, да, потому что вот по уровню свечения именно оцениваются вот эти вещи. И да, на сегодня эта услуга ПЭТ-КТ-сканирования, она в Рязани представлена, и нашим пациентам она оказывается в полном объеме. Для Рязани центр ПЭТ-технологий – важнейший элемент всей системы регионального здравоохранения. Мало того, что процент точности диагнозов, а значит и курсов лечения, теперь станет значительно выше, так еще и опция этого исследования для рязанцев абсолютно бесплатна. Наличие ПЭТ-установки и центра, в котором проводится ПЭТ-КТ в Рязанском регионе, является большим подспорьем для врачей-онкологов. То есть в настоящий момент мы имеем возможность направлять пациентов для проведения этого исследования непосредственно в этот центр по системе ОМС. То есть, по сути, пациенты никаким образом финансово не участвуют в проведении данного исследования. Наличие центра в Рязани позволяет проводить это исследование гораздо более оперативно. Самый большой плюс метода – возможность контактировать с врачами напрямую. Для тех, кто твердо намерен выйти победителем в войне с онкологией, это жизненно важно. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».